Ой, где это я? Выбери правильную дверь. А, как же ее выбрать-то? Может быть этот говорящий Бен? Нет. Блин, ладно. А может быть алмаз? Он блестящий такой, алмазный, красивый. Нет. Да ё-моё, я уже расстраиваюсь. Во, точно я знаю, что выбрать. Ха-ха-ха, вот этот рычаг, во. Да ё-моё, ну так и знал, что он будет неправильный. Дурацкий рычаг. Да ё-моё! Ладно, вот же правильная дверь, единственная. Все, ну его нафиг сломаю на всякий случай этот рычаг. Он меня бесит. Ладно, синий хаги-ваги. Ну ладно, что ж там будет внутри? А ну-ка. И чё? Так здесь ничего нету. Попробую вперед пробежаться. Ой. Ой! Что происходит? Где это я? Я чё-то не понял. Это что, я, что ли? Ладус? Ёня? А чё ты тут делаешь? А что ты тут делаешь? Я не понимаю, Лёнь. Это же твой лаки-блок. А это мой лаки-блок. Погоди-ка. У нас что, сейчас будет эпичная битва двух лаки-блоков Ладуса и Лёни? В общем, дело было так. Я ел печеньку, и она упала прямо на край. Подожди, при чем тут эта история? А потом печенька возродилась и сказала: иди в Майнкрафт, и я пошел. Ребят, поставьте лайк, если это было не так. И он все врет. В общем, я потом оказался перед тремя дверьми и выбрал первый рычаг. Так, Лин, давай это, ломай твой лаки-блок, а я проверю, что... Отлично. Интересно, что же выпадет с моего блока? Отлично, ведьмы и динамиты, то, что нужно. Ребята, если вы поставите лайк, то мой лаки-блок выиграет. Так, сейчас, спокойно. Лень, ты куда попёр-то так быстро? Владос, я тебя выиграю, понял? Лень, ты серьезно? Как вообще твой лаки-блок может выиграть? Ребята, а если вы поставите реально много лайков, то мы будем чаще снимать такие битвы. Отстань, скелетон, ты позорный. Ну ты что? За что он меня поджег? Лень, ты лучше уйди. Бро, не. Нет, не вздумай. Попей молочка. Лень, иди-ка отсюда. А давай мы с тобой на один блок поменяемся. Один я сломаю твой, а один ты мой. Согласен? Ня. А я согласен. Давай, иди ломай мой, а ты мне сюда свой поставь. Топ-топ-топ. Давай ставь, Лень, уже без всяких стоп. Я не согласен. Только если подписчики поставят 35 тысяч лайков. А, так, Лень, это будет легкотня. Ребят, вы же сможете поставить 35 тысяч. 40. Лень. Ладно, 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 вы, ребята, пока ставьте, а мы пока... О, смотрите, труселя какие классные. 45 тысяч. Лень, уже можно ломать твой лаки-блок? Да, уже можно. Реально, что ли? Давайте попробуем. Отличный блок, Лень, хороший, хороший. Ёлки-матрёшки, ну как так-то? Почему не повезло и вообще с него ничего не выпало? Не, ну труселя, конечно, классные, потому что сейчас мы будем ломать блоки гораздо быстрее. Лень, смотри, мне 4 лаки-блока из воды выпало. Давай только посмотрим. Нет, что? Что? Почему он был только что ходячий? Ладус, я первый раз вижу ходячий динамит. Погоди-ка, тут дело в другом. Мне кажется, что это какой-то водный неудачный блок. Ладус, я хочу тебя ударить. Нет, не вздумай, Лень, лучше иди отсюда и не нарывайся больше. О, ничего себе, обсидиановая огромная платформа. Только почему все горит? Почему все так? Ну, господи, что с этими блоками не так? Леонид Андреевич взорвался. Ну да, бывает. У Ленечки всегда так. Опять ты, ведьма. У меня полтора сердца держится уже несколько минут. Реально, я не понимаю, как такое возможно? Я думал, что все, полтора сердца, это не... А чё, ничего не выпало? Отлично, отлично, вот тебе и выпало, молодцы, хорошо. Вот сколько мне бежать теперь до моего блока? 5 минут спустя. О, смотрите, а тут в большом лаки-блоке есть сундук. И смотрите, прикол, я до него достать могу вот так вот, а открыть не могу. Почему вопрос? И что там? О, чего? Сломай меня. Нифига себе, целых 64 блока Владуса. Не, я думаю, что блок Владуса 100% победит в этой битве. Да... За что? Отхватило, не знаю за что. Вообще непонятно. О, наконец-то падает хоть какая-то бронька. Здрасте, до свидания. Он мне здесь не нужен. Иди отсюда, пожалуйста. Лёнь, чё? Как у тебя успехи? Нормально. У тебя тоже там был огромный сундук? Нет. Ну ладно. А что там в этом сундуке было? Ничего, Лёнь, ничего. Вообще абсолютно ничего. Ребят, напишите в комментариях плюс, если там вообще ничего не было. Вообще. Чё, прям вообще ничего? Не-не-не, Лёнь, вообще ни одного блока. Что? А тут происходит, куда я падаю? Это было нечестно, я считаю. Давайте выберемся отсюда. Кажется, Ленчика мы уже немного обгоняем. Куда ты?
там мое ломаешь? Я не понял, ты зараза такая стоит же, ломает. Вот я ему что, разрешал? Опять у меня динамит. У меня куча обсидиана, куча динамит. Леня! Вот что он сделал? Вот зачем? Вот зачем ты меня ударила? Я что, летать умею, по-твоему? Не знаю, на морковку. Морковку? Это ты так решил откупиться? Ну, Лень, все, я на тебе тоже, пожалуй, протестирую. Во! Рандомный взрывной меч. Владус, не надо, ты будешь летать. Да, буду. Не обманули вообще нисколечко. Зараза, я тебя выиграю. Нет, Лень, убери этот меч из руки, он меня отравляет, пожалуйста. Вы это видели, как я Леню столкнул? Я просто был на миллионном расстоянии от него, а все равно получилось. Мне наконец-то выпали классные ботиночки. С помощью них я буду чуть-чуть быстрее бегать, чуть-чуть выше прыгать. Обалдеть, какой зомби. Ребят, я реально надеюсь на вашу огромную поддержку. О, еще один сундук, давайте посмотрим. Отлично посмотрели. О, смотрите, тут блоки Лени. Лень, не вздумай. Поздно. Лень, нет, да ты, зараза, я почти украл у тебя блоки, серьезно. Вот где были все-таки его блоки. Вот почему в том сундуке ничего не было. Ладно, блок... Блинский, блин. Я считаю, что блок Владуса все равно лучше в 1000 миллионов раз. О, смотрите, тут мы можем собрать обычные желтенькие блоки. Леонид Андреевич высох. Ну ладно, что бывает. Здрасте, приехали. А вы что тут делаете все? Давайте-ка уходите отсюда поскорее. Насколько у меня много мощи, что я их убиваю просто одной всего лишь рукой. Даже если я найду сейчас эндер-дракона, я все равно с ним смогу справиться, вы понимаете, ребят? И еще и прыгать могу очень-очень далеко. О! Повезло, хорошо, фартануло сейчас. Немножечко мы поднимемся наверх, сломаем блок Лени и прыгнем до моего блока. Конечно же, я его разломаю, но почему-то ничего не выпало. Лень, я на тебе сейчас такую палочку затестирую. Я думал, что она тебя будет сильно откидывать, а она тебя что-то сильно вырубила. Не думал, что так сработает. Съедим конфетку. Я не знаю, что это за конфетка вообще была, но, судя по всему, она была очень-очень... Здравствуйте, приехали. Лень, сейчас настало время выяснить, чей же... А где Леня? Стой, подожди! Кто тебя ждать-то, Лень, ты меня достал? Не время выяснять! Выслушай одну народную мудрость. Лень, отстань ты уже со своей мудростью. Ты что, летать умеешь? Леня был убит Владусом. Выслушай одну народную мудрость! Лень, хватит со своими мудростями, пожалуйста. Вот я на тебя сейчас двух этих чуваков натравлю. Слышишь, восточная музыка заиграла? Так во! Один странник путешествовал по горам и наткнулся на молящегося монаха. Лень, ну может это, ну может просто, ну ты понял. Они разговаривали обо всем, о деревьях, о муравьях, но внезапно разговор зашел о Лолите. Кто такая Лолита? Лень, ты меня спрашиваешь? Мудрец сказал. Лол, я откуда знаю? Ты серьезно? Дебильная мудрость, он меня достал с этими мудростями. Каждый день одно и то же какие-то мудрости придумывают. Лень, давай иди сюда. Владос, я выиграю тебя. Но если я тебя убиваю с одного удара, это не значит, что ты меня выиграешь. Ребята, кто голосовал за мой блог и ставили лайк, те победили в этом ролике. Вот так вот, Леня, так что ты это, ну как бы, проиграл. Нет. Да. Нет. Да ладно тебе, Лень, не расстраивайся сильно. А вы, ребята, подпишитесь на канал, вот здесь кнопка подписаться, чтобы не пропускать новые классные ролики. А мы увидимся уже с вами в следующем видео. Посмотрите предыдущие видяхи на канале. Пока!